Бдя-бдя-бдя-бдя-бдя. Да ладно, серьезно, да ладно. Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Друзья, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Глюк, с вами Кратос и с вами Джо. И добро пожаловать, это CSGO, банан, огурец и морковь, маньяк, все в одном лице. Всем привет! Всем привет! Жой, тетя, да. Сегодня будет веселая и угарная серия, желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Товарищи, да. Жабы. Товарищи жабы, что Ой. Мы будем сегодня делать? Я буду вас жрать. Я злобный француз. Подсади? Подсади? Давай. Блин, я запрыгнуть не могу. Ну чё? Я пойду прыгаю, звук такой ляп-ляп-ляп, как будто в баллон наступаю. А можно мне тоже? Да, иди залазь. Так, одному неинтересно. Пошли нычку. Офигеть, блин, я слез оттуда, чтобы тебе сюда впустить. Давай туда. Понятно. Привет. А вон побежал. Он за мной бежит, все нормально, пацаны. Все нормально, несу. Где они? Ты он попался. Ты главное несу, доверься мне. Откуда ты? Я ж тебе открыл ловушку, ты попался, походу. Да не кидай ты мне эти гранаты форжевые. Не кидай, ты и так меня убьешь. Паршивые гранаты. Дай ты, кстати, шанс, лягушки. Он знает про это место? Да, понятно, что он знает, ну. Спасибо, капитан, ну просто он не знает, куда его еще. Я жив. Гребаные камни. Он на камнях застрял. Я тупо камни спасли, и все. Чего он вот, не знает? Сиди, 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 несы. Покажи, чего он не знает. Да несы, главное. Дима, беги, Дима, беги, Дима, беги, Дима, беги. Он не знает телепорта. Блять. Кажется, нашли телепорт. Козёл. Козёл. Это было прикольно, Дим. Ты молодец. Ах, вы ж собаки, а? Я вижу прям в кончик. Антон, ты чё там делал? Убегай. Ну сейчас за вами по карнизам опять вот это. Ты двигал, да? Хорош. Глюк, хорош. Писсос. Боже мой. Там за тебя пес один бегает. Да который раз я уже за этим. Да он прям сзади бегал, ну чё ты. Да он прям в двери остался ждать. Как же это было стрёмно. Ну да. Он за мной бежит. А, такой. Где ты, блин? Всё, под наслух, доверься. Чё за... Где он? 45 хп до сих пор жив. Бляха-муха! Сколько? Где он находится? Он потом за мной бегает. Я не могу играть нормально, хорош. Я просто ржу, и меня трясёт. Зря он аккуратненько это делает. На ком этаже? Ой-ой. Ёбаные твои! Ненавижу это место! Ненавижу его! Да уж. А мы кем вообще играем? А, мы лягушки. Ёб твою мать! Попадос! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Они сейчас камеры забьются. У Квантума 8 хп, типа, чтобы ты понимал. Не надо вот этого мне тут. Страшных историй. Где он? Я не знаю. На первом этаже где-то ходит. Или на втором. Он, короче, на балконе сидит. Ты урло какое! Ты посмотри, а! Хорошо сидел. О, да, я скоро выйду. Он вышел. Он вышел нам,
Кто здесь так нагло топал? Вот мне интересно, что кто где. Я нашел нычку, но не знаю, как туда попасть. Кто что открывает? Не знаю, что реально открывается. Кажется, я понял. Лол. Димон, можно к тебе? Да, лол, офигеть, классная нычка. Ты где? Да! На ком ты тоже? Подожди, пожалуйста. Мужик, я провалился. У тебя такое лицо милое. Пожалуйста. Да, блядь. Сука, я такую нычку нашел, блок. И он ее спалил? Да нет. Я лошара слил. Димон, давай ты меня будешь... Давай ты меня будешь проверять эту нычку. Ты откуда взялся вообще? Вообще такой беспалевный. Эй, гамаю! Я тебя не проведу туда, к сожалению, видишь? Костик, ну вообще, гамаю. Если хочешь, через право, ну или нормально тоже, да. Просто буду по кругу идти от него. Ну и правильно. Ты офигевший. Он заколебется тебя догонять, честно говоря. Па? Жапа! Я наверх посмотрел, увидел, что там нычка есть. Вот такой. Покажи, Димон, ту нычку, помнишь, откуда ты вывалился? Ну так давай, го, сюда. Пойдем, а где ты? Я выхожу. Ты забежишь сюда. Я не знаю, куда забегать. Скажи, на второй, первый этаж. Сюда. Выйди куда-нибудь. Окей, спасибо. Вот. Что? Are you fucking seriously? Нет. Так, окей, я нажми, нажми там это вот, да. Как ты вообще нашел это? Я не знаю, так получилось. Офигеть, я бы не нашел. Тут никого нет. Я могу тебе показать, где они. Ты не знаешь, показать ты можешь, эй! Ты не знаешь, ты можешь. Он не знает, где мы. Есть одно место. Нет. Но мне нужно отсюда выйти. Просто грязный. Сюда иди. Амбассадор. Здесь автоматическое закрывание двери стоит. Бляха. Он в ловушке. Поймали. Красава. Он выйти не может. Не может пролезть, да? Нет. Скажите, что уходи. Ухожу. Могу назад или что-то? Так, подожди, стоп. А почему? Как вы сдохли все. А где Квантум, блин? Я думаю, Квантум убежал. Ты же видел его, ты дурак, что ли? В смысле, я его видел? Я его видел с твоего монитора. Я его не видел. Ну, ты, конечно, да. Даешь. Ага. Все. Все правильно, все правильно. Не надо? Нет. Пошел ты в жопу. А как поймать туда? Я не знаю, я там не был ни разу. Чисто комочка торчит. Я лолирую. Морда, блин, грязная. Че это грязное сразу? Куда ты убежал? Как попасть? Это телепорт? Да я хер знаю. Блин, а он что-то знает, этот парень хорош. Понятно, он вышел с нычки. Он прям очень хорош. Ага, говна. Как туда попал? Расскажи, пожалуйста. Так ты почти же был на правильном пути. На каком я правильном пути был? Объясни мне. Вообще непонятно сейчас. Жаба пернула. Педик грязный. Скажи, где ты? Скажи, как тебе попасть? Сейчас Дим рассосется, поймешь. Граффити видишь? Уже? Почему он под унитазом оказался? Ты, бля, грустный, капец. И что? Граффити под раковиной видишь? Я вышел, ну, под дымом. То есть это тут? Это тут вход? Ставил тебе граффити. А ты как думаешь? Все гораздо проще, чем ты думаешь, Антон. Не надо так глобально мыслить. Угу. Тебе не поможет, если ты будешь бить. А покажи, Данил, где вообще сам вход? Ну, чтоб с твоего экрана. Серьезно? Да. А ты не видел, да? Серьезно? Не, я не видел. Лол, он ни разу, да?
Не смог. Прикол. Блин, я не понимаю. Серьезно? Вот Квантум находит такие вещи, которые не находит, а потом издевается. Да? Только вот сейчас один правильный поворот мышки, и мне жопа. Ставит граффити, выбегает жопа. Да блин, тупой камень. Понятно, нельзя вот так, ну попасть так. Бдя-бдя-бдя-бдя-бдя. Да ладно! Серьезно? Да ладно! Ты не понял? Он до сих пор не попал туда, самое интересное. Аллилуйя. Во-во-во-во, гони, 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 топи. Сука, тупая мышца! Пошла в жопу, блин, почти выжил, застрял, потерялся, он самый неподходящий момент. Нихрена себе здесь лабиринт. Лягушка, раз, два, три бананчика. Три калина черная. Пацаны лягухи. Чё делать будем? Чё нашёл-то? Чё, где? Да тут нашёл. А, понятно. Куда? А. Все, я сломал дверь. Мне не нравится. Сучата. О, привет, сучата. Какая же ты шерсть просто. Ты шерсть. Так, 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 так. Так, 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 так. Он провалился? Приветики, приветики, приветики. Ух, тебе, походу, провалился, да? Второй раз, блядь. Антон, для него ловушки оставляют для тебя. Так, я не провалился в твою ловушку, я убежал тактично, он мне прям в спину упал. Да ладно. Где еще один жаб? Хрена ты пролетел. Ну, как банан над Парижем. Так бывает иногда, когда тебя карниз откидывает. Ну ладно, это все фигня. Так, а где он? Все такие что-то спрятали. Тихо, я не понимаю. Повсюду звуки. Так, это что? Сейчас вспышка, походу, справа или слева прилетит, и все. Вспышка справа, вспышка слева. Страшно, так, подожди, блядь. А что за глупая ванная без нычек? Я не понял. Да? Ты что не сказал-то? Что? Что вот это место прозрачное? Так я через него и убегал. Паскудни! О, привет. Говно! Говно! Я через него и... Ай. Е-ман. Он, походу, преследует теперь меня, да? Пока-то делал. Почему пока-то сразу? Он близко. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, я далеко еще. Осторожно, бананчик берет бутылку. Пьедро такой грязный, да, с этой гранатой? Сука. Где ты есть, Данил? Хорош, убежал. Сучонок, а? Ах ты, сучонок, а? Вокруг пробежал, ты смотри на него. Я не бегал вокруг, я в кустах сидел, обходил. Дикоем не попал в тебя, ну ты козёл. Ага, я понял. Блин. Ого, он срезал, он очень хорошо срезал. Он прям в окно залетел. Нет, Данил, нет. Да-д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 а. Да, блядь, откроется она назад, нет? Двери чудотворные, как хорошо. Да-да, братан. Ни хрен. В смысле? Настя, у меня карнизная, этот, рама меня, короче, оконная, точнее. Да? Ныряй. Глюк, ты куда пошел назад? Он только что упал туда. Да я знаю, я за ним бегал все это время. Серьезно? Да. Ты жаба говнявая. Говнявая жаба. Жаба говнявая. Можно отдохнуть. Под вида говна. Где ты? Блять! Говно! Димон, помнишь мое место? Да, помню. Ну вот. Да я не помню, как попасть туда. Ну, не знаю, в смысле, на вообще. На самом деле очень просто. О, попер, я знаю, попер. Хорошо. Я знаю, что ты хочешь сделать, да не убеги. Не то надо было делать, Данил! Да что такое? Застрял! Забионыш. Почему он не упал сейчас? Вот... Так, говоришь, туда очень просто попасть. Пошел нафиг. Да? Ой-ой-ой, ого, как? Я случайно увидел. Это что? Нифига себе. Хотя, пойдем, покажу. Ну, пойдем. Там это... Пойдем. Нет. Заходи. Давай. Сюда иди. Я чутка потерялся. Порвем глюку с рундель. А зачем здесь вот эта хрень сделана по центру? Не... А, я понял, зачем. В смысле? Он под флешкой залетел.
Глюк, открой еще раз дверь, пожалуйста. Спасибо, Глюк. Че, блэд? А можешь еще раз дверь открыть? Не так. Да это я открываю. Очень просто, вот вообще просто, максимально просто. Иди в ванную комнату. Да он уже там, ты меня будешь троллить. Ну там ты хотя приблизишься. Он уже там. Прикинь, его нет, что он делает вообще, где он? Он просто ждал и завалил Кратоса, который искал нычку, пока он нас искал якобы. Я, блин, молчал, сидел, думал. Не спалили, да? А, он та залез. Да куда? Куда он пошел? Давай следить. Давай. Посмотрим. А, да там совсем все плохо, он заблудил. Ну и ладно. Пока. Ах ты ж педро. Метр не забежал. Извините. Я... Это ты подосрал мне. Грюк, они в ванной. Кинь ему смог, Данил. Да тут вообще ни хрена ничего не видно. Данил, хватит его троллить, просто кинь ему смог. Люк, вылези в эту дырдочку. Дырдочку туда, вылези. Да я пытаюсь. Ты застрял, что ли? Я не знаю, он не проходит. Короче, туда. Пошло все в жопу. Ты себе глюк. Наливаю. А, в смысле, он через эту, что ли, дырдочку? Да. Минус Данил. Я сейчас нахрен испугался. Нифига, торпеда желтая. Жопа ты. Обязательно. Ёпа. А ну, пусти. Пусти. Заходи. А чё дверь открылась? А как дверь открылась здесь? Глюк, тебя сейчас твоим же оружием поймаем, понятно? О. Да не там, да, Глюк. Помнишь, 10 секунд оставалось. Он попасть не может? Пока, Глюк. Да. Ой, все, ой, все. Тебе виртуальная петюля, потому что мы его сделали, этого бананчика. Он еще тогда тебе не может. А, ребят, ну что же, на этом все. Это был CSGO Банан Маньяк. Понравилось видео, хочешь больше таких? И с тебя, конечно, лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.